Я хочу слышать вас, как брат Олег говорил, когда пели, он говорит, я хочу слышать пение. Господь говорит через свое слово, я хочу слышать твой голос. Он хочет услышать твою молитву. Я слышу вашего пастора здесь. Но Бог хочет слышать твою молитву тоже. Он хочет слышать твое сердце. Начни славить Господа. Начни молиться на языках. Церковь, подними голос к молитве. Church, lift up your voice in prayer. Господи, Карабарауда, прикоснись к народу Божьему, дай ему движение Духа Святого. Пускай придет движение твоего Святого Духа, Господь. Зажги огонь в каждом сердце. Любить тебя и держать тебя, Господь. Наполни это место чудесами и знамениями. Наполни это место исцелениями Духа Святого. Церковь, молись. Подними голос твоей молитвы. Аллилуйя. Господи, если была какая-то у нас бездеятельность, прости нас, Господь. Мы хотим сделать шаг навстречу Духу Святому. Аллилуйя! Мы хотим сделать шаг навстречу к Духу Святому. Прости нас, Господи, если мы в чем-то были бездействующие. Если мы, Господь, не принадлежали 100% Твоему Царству. Аллилуйя. Излей. Те твои сосуды, которых ты употреблял, наполни их силой и славой, Господь. Те, которые видели видение, на которых дух исцеления, на тех, которых ходатайственная молитва, те, которые имеют таланты и дарования, которые ты хочешь употреблять, Господь, оживи их снова, восстанови их для твоей славы. Я хочу сейчас призвать. Я хочу призвать. Если вы почувствовали, что Бог что-то должен делать в вашей жизни. Что Бог хочет дать вам свой огонь. Свое возвращение к действиям Духа Божьего. Я хочу, чтобы вы подняли руку. I would like for you to raise your hand. Amen. Я вижу вашу руку, вижу вашу руку, вижу. Вижу ваши руки. Бог хочет вас употреблять. Lord, we are not worthy. Бог хочет оживлять ваше сердце. Я прошу вас, друзья, я прошу вас, не обязательно, чтобы все, но именно те, которые подняли, пожалуйста, пройдите сюда, мы хотим за вас помолиться. И именно те, которые подняли. Я хочу сказать, что просто это Божье устройство, это Божье благословение. Просто, может, вы даже не знали, почему вы подняли руку. Maybe you didn't really comprehend fully why you raised your arm. Но вы подняли, значит, вы хотите, чтобы огонь Божий был на вас. But you want the heavenly fire to. Мы не хотим, чтобы, о, что все заодно, все и заодно не надо. We just don't want to come out just because everybody does it. Но я хочу сказать, как сказал Рейхард Бонке. I want to say like Bonke said. Что говорит, меня хотя бы 10 человек. At least 10 people.
которые горят для Бога, those that are burning for God, чем 100 человек равнодушных, better than 100 people that don't care. Если хоть один человек, at least one, который горит для Бога, that is on fire for God, то в этом районе, in that area, будет огромнейшее пробуждение. There is going to be a great revival. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Если вы не подняли руку, но вас звал Дух Святой, if the Holy Spirit was calling you and you lift up your hand, призываю вас присоединиться сюда. You can still join. Здесь будет особая молитва. It's going to be a special prayer. Благодать Божья. That the grace of God. Чтобы Дух Божий. For the Spirit of God. Во-первых, исцелил людей. To heal people. Во-первых, обновил людей. To renew people. Укрепил их веру. To strengthen their faith. Помог им не грешить. To help them not to sin no more. Жить победной жизнью. To live in victory. Hallelujah. И иметь действие Божье в жизни. Hallelujah. And to have the movement of the Holy Spirit in their life. Hallelujah. Керабасоту крев церковь, мы молимся. Ласоту камаралаудес. Лейбеде галфалабаске, беде карамалаудес. Аллилуйя. Карабаша, мы именем Иисуса связываем всякое сопротивление, всякое, Господь, сопротивление, которое может быть против Твоих действий, Господь, и пускай здесь, на этом месте, будет прорыв живой воды, аллилуйя. Пускай совершится то, что Ты определяешь, Господь. Кембрегасу карабадагал фарамана клайдес. Пускай Твое прикосновение и изменение произойдет, потому что это церковь Твоя. Ты сказал, я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Это Твоя голубица, это, Господь, Твой организм, который, Господь, Ты ценишь, и Ты до ревности любит Дух, живущий в нас. Аллилуйя. Я знаю, что, Господь, происходит большое сражение за то, чтобы здесь произошло Твое движение. Аллилуйя. 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 Армена галфара манаудас. Кримини галфара манауда ребеди клеймина лаудас. Армини галфара манаудас. Реймини галфара амин. Крамини гиски биди галфара амин. Ли биди галфара амин. Кера манаудас. Ар манаудас. Я хочу произвести работы свои с тобой, говорит Господь. Армена галфара манаудас. Я хочу оживить тебя, Арманаудес. Я хочу своей силой зайти на всякое место твое, Арманагалфараманаудес, и освежить тебя, укрепить твою веру и дать тебе победу, Арманаудес. К Арманагауде идет сражение в душах, Арфараманаудес, плоть противостоит Караманаудес, Арманаудес. Но я хочу сказать тебе, говорит Господь, подчинись Духу Святому, Карманаудес. Это время повиноваться голосу моему и ходить путем моим, вечным, святым и живым. Арманагалфарамен. Лигерибидигалфарамен. Кеременеудес. Лейбидигейфараманаудес. Кеременеудес. Кеременеудес. И это пришло время, говорит Господь, чтобы ввести мой народ, мою силу. Это время пришло. Кеременеудес. Где ничего не поменяет некоторые души, ничего не поменяет, только мой огонь. Арфараманаудес, арфалаудес. И все перепробовали, но это будет мой огонь. Аллилуйя, аллилуйя. Он спадет внезапно. Кермагалфа, он спадет внезапно. И он сделает свою перемену, говорит Дух Святой. Карабарагалфарамен. Ибо я видел эту молитву, и ты взывал об этом, говорит Господь, и я это совершу. Арманагалфараманауде. Ибо некоторые очень мудрые, но им нужна сила моя, говорит Господь. Арагафарабагалафарамен. Рейменегеменаудес. Лейбедегефараманаудес. Рейбагалабадагурабегарамасокорбедикаламана. Карабагалафараманаудес. Аллилуйя. 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 Я хочу употреблять тебя, говорит Господь. И я хочу совершать дело свое с тобою, народ мой, Араманаудес. Но ты, Караманаудес, занялся своими делами. Ты как бы в стороне, Караманаудес. Но я хочу, чтобы ты вошел на мою глубину, чтобы ты вошел в средину моего огня.
Я хочу, чтобы ты, Абараудис, не считал и не приписывал себя тем, который будет стоять где-то в стороне. И частично как-то, но так говорит Господь, я хочу, чтобы ты стоял в середине огня. Керраманаудес, я хочу, чтобы ты стоял в середине огня, в середине моего движения. Тогда твоя жизнь расцветет. Тогда будут большие изменения в твоей жизни. Ты увидишь славу мою, ты увидишь силу мою, ты увидишь мои потоки. Так говорит Господь, аллилуйя. Господи, это твой небесный призыв на этом месте. И ты сейчас призываешь, Господи, и ты никого не ставишь в сторону. Ты призываешь каждого из нас гореть для тебя, аллилуйя. Yes. Господь, я молюсь за каждого времени. Аллилуйя. Я, который даю огонь и даю силу идти. Я даю огонь. Аллилуйя, аллилуйя. Не смотри ни влево, ни вправо. Не смотри, Гафарал, чужими мнениями. Но Араманаудис, я даю силу. Арама, иди за мной. Иди, следуй за мной, аллилуйя. И ты будешь видеть изменения, рост, укрепление. Потому что сила моя есть, Ава, Отче. И это я начал делать работу в твоей жизни. Это я начал делать, Ава, Отче. И если кто-то не понимает или смеется, это их вопрос. Афара, а ты ходи в духе моем и созидай то, что я тебе дал. Аллилуйя, будешь иметь благословение. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Гараманаудес. Киерабабасоку рабавай бедекаманаудес. Аллилуйя. Киерабасайда. Благослови людей, Господь. Благослови людей. Благослови, Господь. Благослови людей. Bless. In Jesus' name. Употреби для Твоей славы. Употреби для Твоей славы. Употреби, Господь. Употреби для Твоей славы, Господь. Кей, раба, дай Твое помазание. Дай Твое откровение, Господь. Чудеса Твои велики и любовь Твоя всегда. Прихожу к Тебе славою. Чудеса Твои велики и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты. Нет другого. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты. Всякая немощь и болезнь, get out of the body. In the name of Jesus, Аркадий, be healed now. Прихожу к Тебе я с славою. Исцели, Господь. Исцели, Господь. Чудеса Твои велики. Любовь Твоя сильна, прихожу к Тебе я с славою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты. Другого нет, как Ты.
Я хочу сказать такое сильное свидетельство. Когда мы начинали там у нас церковь, мы начали абсолютно с нуля. И у меня был такое маленькое, было маленькое деревцо на бэк-ярде, и оно уже почти засыхало. Маленькое, 5% жизни осталось. И я так переживал, думаю, наверное, так и моя церковь, она не сможет возрасти. Такая борьба была. И мы с моим зятем Даником пришли, я говорю, идем на бэк-ярд. Ты видишь, это деревцо умирает. Но мы сейчас во имя Иисуса скажем, чтобы оно ожило, и чтобы оно позеленело, и чтобы оно выросло. И знаете, тяжело говорить, когда сухое дерево. Если в твоей жизни что-то не происходит, если ты исполнен Святого Духа, ты говоришь слова, эти слова имеют огромную силу. Они говорятся в Духе Святом. Аллилуйя! И мы с Даником сказали, дерево, карамас, оживи, исцелись и пусти зеленые ветви. И оно так и сделало. Это не мы, но слово. Аллилуйя. И оно позеленело, оно так сильно выросло, что я больше не мог его в бэк-ярде держать. У моего брата много гектаров земли, я ему отвез, говорю, продолжай дальше. Аллилуйя. Это было для меня знамение, что когда мы в силе Святого Духа, не постесняйтесь сейчас, это очень важный момент. Если тебе нужен ответ, возможно, тебе нужна жена или муж, или исцеленный ребенок, или работа, или еще что-то, скажи это, не постесняйся. Мы всегда такие скромные, и надо, если надо, Бог не приведет. Скажи это своими устами. Я всем своим трем дочерям говорил, провозглашайте. Всем, Алла мой подтвердит. Они только научились говорить, я им говорю, простите, чтобы вы были верующие, и что Бог послал вам мужей. Они, папа, зачем мне муж? Я говорю, будет надо, позже узнаешь. И это им пригодилось позднее. Yes. Говорите. Бог не любит гордость. Когда, а я сам. А оно к само до меня придет. Не придет оно само до тебя. Оно нужно, чтобы Бог послал. Аллилуйя. Потому скажи Amen. Это слово. Amen. Скажи это. Все. Любая проблема, любая ситуация, которая есть, может, самая затянувшаяся, самая сложнейшая. Это для нас, вот, у Бога нету неразрешимых ситуаций. Аллилуйя. Он решит любую ситуацию. Давайте мы скажем. Любая, или это болезнь, скажите, во имя Иисуса Христа, уйди. Если это нем, уйди. Если какое-то поражение, сними это во имя. Молимся. Дорогой Господь, ты видишь каждого в отдельности, его нужду, его судьбу. Мы провозглашаем благословение. Мы провозглашаем устройство. Мы провозглашаем исцеление. Мы провозглашаем хорошую работу. Мы провозглашаем хорошего мужа. Мы провозглашаем хорошую жену. Мы провозглашаем возвращение братика или сестрички к покаянию. Мы провозглашаем восстановление семьи. Мы провозглашаем что-то из того, что дьявол украл. Пускай Господь вернет во имя Иисуса. Мы благословляем наши дома, наши семьи, наших жен, наших дочерей, наших сыновей. Мы благословляем, потому что мы есть Божий особый народ, с которым имеет дело Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благословляем, если недостаток финансовый. Господи, дай больше достаток финансовый во имя Иисуса. Умножь, Господь. Благослови, обеспечь. Если не знаем, какое это дело, как его провернуть, как его правильно направить, дай мудрости, Господь. В том или ином деле помажь особой мудростью, откровением во имя Иисуса. Мы благословляем. И чтобы это произошло, да будет каждый благословен на этом месте во имя Иисуса. Господь, церковь, молимся за Петра и за исцеление, за отчи. Господь, мы проголошим Твою исцеляющую силу на его отчи. И нехай они бачат Тебе для Твоей славы, Господь. Відкрий его очи, Господь, для Твоей славы, дорогий Господь. Хай його очі відкриються. І щоб він бачив тебе. І бачив твій народ.
Во имя Иисуса. Исцели, открой его очи, чтобы он прославил тебя. Аллилуйя. Поклоняемся тебе, Господь. Слава тебе, Господь. И то, что не изменено, Господь, чтобы оно изменилось от твоей славы. И все, что возможно, дьявол что-то испортил в нашей жизни, Господь, выровняй это все, Господь. Чтобы церковь, когда она в следующий раз встретится, чтобы она была сильна и грозна, как полки со знаменами. Чтобы она была красива и благословенна, твоя церковь, Господь. Потому все, что не выровнено, выровняй, Господь. Все, что не доделано, доделай, Господь. Во имя Иисуса для твоей славы. Аминь.